Да. На, давай. Давай, давай. Есть. Я затащил. Просто жесть. Привет, ребята, и сегодня поиграем в Lucky Island на серии Кукрафт, и, в принципе, ребята, да, это новый ролик, да, в принципе, я выпустил достаточно раньше его, чем, ну, чем обычно, да. И, в принципе, окей, да, теперь, я надеюсь, будут ролики также выходить, то есть, раз в день, раз в два дня, вот как-то так, то есть, и, в принципе, окей, да, в принципе, давайте начнем. Вот и начинается наша первая катка, и, в принципе, окей, так, у меня есть вот такой кит на броню, и, в принципе, окей, мне выпадает крутая палка, да, и, надеюсь, вам понравится, то есть, на этом сервере, да, как бы ролик, да, я записывал уже на этом сервере, но я не записывал Lucky Island, да, я, в принципе, когда-то собирался записывать, но это было очень давно, и у меня не получилось заснять, и, в принципе, ладно, так, блин, палка, а нет, палка, я думал, исчезла, ну ладно. Так, в принципе, собираем алмазы, и я думаю, пора нам что-нибудь, я не знаю, скрафтить такое, да. И это типа Skywars, только здесь надо выживать, то есть это такой мини-режим для выживания, здесь надо всякие вещи крафтить и так далее. В принципе, окей. Я думаю, вы знаете, что это за мини-режим, это как бы Lucky Island, да, я уже сказал. И, в принципе, окей. Так, там вещи на острове есть, я сейчас их возьму, только меч сделаю, да. И у меня есть еще элитры, да. Но я пока что их ими пользоваться не буду, да. Так, у меня есть блоки, их, правда, мало, ну ладно. Так, окей, вот как-то так. В принципе, ладно, я не знаю, звуки, наверное, громкие. Я сделал на 2%, на 2, да. Просто для меня они громкие, да. Может быть, на ролике вообще слышно ничего не будет. Ну, в принципе, ладно, да. Я не знаю, когда выйдет новый ролик. Я собираюсь выложить новый ролик уже по выживанию. Спалю, так сказать, да. Кстати, от взрыва я урона не получил. Это очень круто, да. Ну, окей. Так, я вижу еще чуваков. Я буду их, наверное, сейчас сходить убивать. У меня есть еще такая вот скорость, так сказать, на долгое время. Так, в принципе, сюда подойду. И подойду сюда, у меня скорость еще похилится, так сказать, в этом месте. Просто у меня нету этого самого анимации. Да, или как это, ну ладно, в принципе. У меня есть уже 12 алмазов, я сделал килл. И, в принципе, ладно, давайте я, не знаю, давайте я возьму штаны, потому что у меня есть уже хороший нагрудник. И возьму шлем, да, я думаю, это так, нормальные вещи, вот, видите, вот такая у меня уже броня. Для этого мини-жима это очень хорошая броня. Ну и, в принципе, ладно, так, чувак, зачем он свинью трогает? Я уже договорилась, за тобой едут. Да, я не знаю, почему меня не заметил, ладно, давайте я его скажу привет ему, да, вот, здрасте, да. И, в принципе, окей. Так, он что-то получил. Так, он сейчас подожжет. А, нет, не подожжет. Так, окей, вот, палка Блейза. Покушаю. И, в принципе, окей. Так, неплохой меч, но у меня лучше. У меня на 7 урона. Возьму вот такие вот стрелы. Так, я забыл уже, как они называются. Спектральные, вроде бы, да. И, в принципе, ладно. Так, ага. Еще элитры, но я другим не дам их. Поэтому у меня будет много элитров. И, окей, так, в принципе, так, это хорошо. У меня есть броня, но я не буду ее снимать уже. И, да, у меня есть зелька отравления, я ее буду пользоваться только тогда, когда надо будет. Так, в принципе, да, он взорвался достаточно сильно. Возьму паука. Я надеюсь, на меня нападать он не будет. И у меня нету еды, это проблема, да. Мне надо сейчас еду надо. Еда, еда, иди ко мне сюда. Может быть, мне еда выпадет, хотя там уже вижу еду. Еда. Окей, давайте соберу вот так вот. Капец, мне реально еда выпала, я. Экстрасенс какой-то, я не знаю, но окей. Так, в принципе, давайте я выстрелю. Помогу чешуницам его убить. Да, я его убил, окей, я не буду туда идти. Капец, давайте похилимся. Вот это было опасно, конечно. Так, вот он, этот чувак. Давайте сразу же ломаю лаки-блоки. И у меня дается скорость. Очень жесткая скорость. Просто скорость миллион. Поэтому я... Так, давай вот эта штучка. Все, я полетел. Да. Я надеюсь, все будет жестко. Я, короче, могу летать. Блин. Офигеть, блин. Вы просто посмотрите, это просто жесть. Капец. Я просто лечу над ним. Нормально, да? Норма. Мне кажется, да. Или нет? Тогда я тебя так сделаю. Да.
что происходит. Я сейчас смогу, блин, мне надо похилиться. Мне хилка не помогает вообще. Давайте что похилимся. Блин, давайте. Опа, все. Я сейчас смогу. 20 секунд, нифига себе, блин, ну нафиг его, на самом деле. Давайте я лучше сломаю какие-нибудь блоки, я не знаю, получу. И так далее, да. Лаки-блок лучше буду ломать. Нет, только не он, пожалуйста. Блин, мне он не нужен. Леталка мне не нужна. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, блин, капец. Нет, летит. Собака. Нет. Блин, я умер от огня, капец. Это просто капец. А, даже такое бывает в этом мини-режиме. Я просто умер из-за огня. Это нормально. Капец, ну ладно. В принципе, я надеюсь, мне повезет в этот раз, да. И с броней и так далее. И, в принципе, окей. Броня мне поначалу уже неплохая дается. С такой броней уже можно что-то делать, да. И мне, кстати, повезло. Мне дали неплохую вещь. И вот эта штука меня убила. Капец, знаете, вот так сделаю. Я не понимаю, как она работает, но я его поджег. Значит, она как-то работает. Ну окей, в принципе, есть ТНТ. Давайте еще в него запунем. Окей. Так, ладно. Что за фигня? Метеорок какой-то. Блин, такого не было раньше, по-моему. Или было, я не знаю, если честно. Не, раньше такого не было. Это точно, да. Автоматик лук. У меня автоматик лук. Это очень круто. Да, я не знаю, какой этот ролик получится, веселый или нет. Так, сейчас я полечу, короче. Все, полетели. Уии! Блин, все, прилетели. Тихо. Прилетели мы, блин. У меня нету оружия, я сюда... Спасибо. Я не знаю. Я прям знал то, что будет. Так, дайте я ему динамит кину. Сейчас. Вот так вот сделаю. Кину. Тихо, 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 тихо. Аллах Акбар. Блин, я чуть не умер, капец. Так, все, стреляем в него. Я читами стреляю, короче, да? Ну ладно, это автоматик лук, если что. А то я не подумаю, что я читер. Ну ладно, в принципе, frozen. То есть можно мне за... там что-то сделать. Тихо, 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 тихо. Блин, очень опасно сейчас. Над нами какие-то тут жесткие метеориты, я не знаю. Так, блин, давайте я хлеба сделаю себе. У меня есть шанс. Он, кстати, тоже делал хлеб. Ладно, так, в принципе, давайте сделаем хлебушка. И я думаю, мы выжили, да. Хотя бы немножко, но мы выжили. Немножко выжили, в принципе, почему бы нет, да. Так, в принципе, окей, давайте я... Блин, это ТНТ-пушка, не хилинг. Давайте тогда построимся лучше, но его нафиг. Блин, он чуть светится. Давайте я просто построюсь. И надеюсь, у меня не столкнёт, да. И, в принципе, вот, да. Вот, да-да-да. И, в принципе, блин, мне очень везет. Здесь очень много лаки-блоков всяких. Мне пока что, если честно, не везет, хотя я сказал, что мне везет, а мне не везет, нифига. Какой-то странный человек, но окей. Так, я сломал. Я получил из-за ненастоящих алмазов, ну, которые тратятся. Неплохую броню. Ну как, неплохую, даже офигенную для этого особенно мини-режима. Да. И, в принципе, ладно. Так, я получил защиту. Защиту, это хорошо. Эта палка меня спасет, если что. Так, давайте кинем динамит в него. Блин, ну как-то странно кинул, ну ладно. Подорвет? Конечно. Давайте мы его вот так постреляем. Так, ждем хилинг. Ждем. Сейчас. Все, все, я. Так, на. Все, его просто убиваем. Меня просто никто почему-то не бьет. Видимо, меня все боятся или. Ты что, наркоман, что ли? Я тоже так могу вообще-то. Так. Дракон. Поджечься. Да. О, кстати, какой-то волк бьет. Хотя у меня вроде бы не было. Блин, у меня нет стрел. Вообще капец. Блин, о-о-о! Это не я делал! На меня напал, чувак. Блин, капец, надо валить, потому что. Так, все подорву кого-нибудь, я не знаю. Давайте покушаю. Так, бум. Так, железный блок. Хорошо. Он взрывается. Взрывающийся лук у чувака. Я его валю, наверное, да. Давай, есть, все, я его вальнул, давайте быстренько кушаем. Очень опасно сейчас. Хилинг, мне нужна хилищая палка. И стрелы мне нужны, потому что без стрел здесь немножко опасно. Возьму вот это, так. Блин, где хилинг? Хилинг, хилинг. Но нету хилинга, это плохо очень. Нет всяких хилок и так далее. Так, ну ладно, вот он, чувак, давайте мы его попробуем. Он очень жестко одет.
Он очень жестко одет. А, ну я знаю твои игрока. А почему он не поджегся? А, здесь же правой клавишей точно. Правой кнопкой. Чем-то клавишковой, не знаю почему. Так, это у нас плохая зелька, блин. Я думал, это наоборот хилка. Блин, вот это плохо. А, нет, мне просто будет не вести. Будут не все настоящие. Чего? Что это было за страшный такой звук? Какая-то молния какая-то сильная. А, это фейк. Фейки, блин, слишком много фейков, ребят. Вообще капец. Так, окей, съел, давай сделаю. Да. Так, лук. Блин, съел очень мало дается здесь, ну ладно. Вот он, светящийся человек, вообще самый беспалевный. Я и то его, блин, спалил только сейчас, ну ладно. Давайте возьму вот эту картошечку. Может быть, я в него попаду. Так. Да, я в него попадаю. А, это не он. В принципе, окей. Ладно, так. Ага, я вижу его. Теперь, надеюсь, это точно он. Но это не точно. Да. А, да. Блин, это я не точно. Это свинья. Что я просто свинью ударил? Тогда я подожгу. Тихо. Как поджечь? А, они же не поджигаются. Блин, капец. Вот, все, я вижу чувака. Взрываю. Защита. Зелька. Блин, это хилка была, наверное. Наверное, хилка была, блин. Так, я... Немножко вот это, да. На, блин, я ни разу не попал. Капец. Да. На, давай. Давай. Есть, я затащил. Просто жесть. Капец, блин. 12-й левел, нифига себе. Ладно, ГГ напишу, ребята. И, в принципе, окей, да. На этот раз я взял другой кит, а именно вот этот билдер, да, мне дается кожаный нагрудник и блоки. Просто иногда с блоками бывает дефицит, да, то есть они вообще не выпадают. И, в принципе, давайте я попробую сейчас попасть сюда, да, и, в принципе, у меня это получается. Ой-ой-ой, зачем я сюда попал? Лучше бы не попадал, ну ладно. Так, кстати, сейчас... Не-не-не, блин, почему мне так не везет? Дайте мне... Так, меч. Так, нагрудник, штаны... шляпа. Я все потерял, короче, блин. Уйди, пожалуйста. Спасибо за железо, конечно, все дела, но лучше уйди, да. Так, из алмазного меча мне алмазный меч. Ладно. Тихо, надо его убить. Я просто какой-то сегодня бешеный, я не знаю. Так, горящая палка, окей, хорошо. Хоть что-то от цифрита я получаю. Да, дефицит с блоком, я заметил. Так, давайте я попытаюсь их убить. Так, а что они только сейчас стали падать, я не понял. Но они меня сейчас таким образом убьют. Мне надо их осторожно удаять. Но из-за того, что они светятся, немножко непонятно, как их правильно бить. И, блин, у меня очень мало сейчас хп. Мне нельзя просто что-то делать, блин. Давайте я пытаюсь найти сейчас хлеба. И да, кстати, вот очень круто то, что здесь хлеб сделали, потому что... Ну, если бы не спалился этот хлеб, да, сено, то... Как бы очень невозможно было бы выжить. Все бы сразу бы умирали, да. Просто рандом бы был. Блин, я метеор вызвал. Тогда я тебе так сделаю. А, ну понятно, не сработает. Здесь же маленькое место, ну ладно. В принципе, мы идем дальше. У меня проблем с блоками нету. Но в принципе, окей. Так, блин, сколько я окей сказал за это видео. Ну ладно, так. Мы его... Красиво! Снега... Что? Нифига он жесткий. Кто мне... Почему он меня так быстро ударил, прям убил? Ну ладно, мне кажется, он вообще по мне не попал. Ну ладно, в принципе, давайте я ливну отсюда. И, ребята, будем заканчивать ролик, да. Всем спасибо за просмотр. И, да, в принципе, скоро я буду снимать не только мини-режима, и еще какие-нибудь летсплеи, например, выживание в 1.13, да. То есть, когда выйдет полная версия, я... собираюсь снимать выживание, и там будет намного интереснее, потому что, ну, мне кажется, версия 1.12 это что-то прям новое для Майнкрафта. Что это было? Ну ладно, я куда-то нажал, я не заметил, ну ладно. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, смотрите видео, и, ребята, всем спасибо, пока-пока, и удачи, в принципе, да, я что-то сделал, я понял, а, надо в три кольца попасть, это изи. Да, наверное. Для меня, наверное, нет. Ну, может быть, изи. Да. Нет, ну ладно. Всем спасибо, пока-пока.